На операционном столе 15-летний пациент. Он один из трех, кому провели уникальную операцию по лечению болезни Паркинсона. Ее также называют дрожательный паралич. Операцию провели нейрохирурги Республиканской клинической больницы имени Куватова Искандер Сафин, Тимур Арсланов и руководитель группы функциональной нейрохирургии НИИ имени Бурденко Алексей Томский. Болезнь Паркинсона – это болезнь пожилых, но последние годы действительно в связи с экологическими проблемами, с тем, что у нас возрастает продолжительность жизни населения, естественно, увеличивается количество немолодых пациентов с болезнью Паркинсона. И увеличивается также количество пациентов с так называемый винильный паркинсонизм, то есть с паркинсонизмом, который развивается в достаточно раннем возрасте. К сожалению, эта болезнь не излечивается, но лечить это заболевание возможно. Для этого существует медикаментозная терапия специфическая, для этого существует также вот хирургическое лечение, о котором я сегодня говорю. В головной мозг пациента имплантируются электроды для нейростимуляции. Основная задача операции – уменьшить именно двигательные нарушения у пациента. В нашей стране порядка 7 центров, которые работают по федеральным квотам и проводят такие операции. В прошлом году в России было выделено 800 квот. По словам Алексея Томского, потребность гораздо выше – порядка 7 тысяч. Если республика Башкортостан сможет закупать эти электронные системы, потому что в этом году закуплено 3 системы для подобных операций. Это можно будет проводить в условиях Башкирии не без выезда за пределы. Порядка 20-30 пациентов из Башкирии, которые оперированы только в нашем институте с подобными заболеваниями. Естественно, если это будет все проводиться на месте, пациентам будет существенно легче. И это снизит, конечно, затраты бюджета.